Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начинаем, как всегда, с ивента. Надеюсь, что-нибудь хорошее сегодня у нас тут дадут. Ну-ка, давай, ну, показывай хорош. Ага. Ну, я думаю, ничего сложного здесь не будет. Зомби обычный. Так, а где? Где растение? Эй. Так, шипастая дорожка. Выставляем сюда. Орех ставим сюда. Так, слушай, мне вот этот вот чудик не нравится, который тут идет. Так, орехи. А чего все на орехах-то? Подожди. Только не говори, что здесь будут одни орехи и шипастые вот эти вот дорожки. По-моему, так оно и будет. Твою ж налево. Вы серьезно? Ага, дали нам каменные шипы. Это уже получше. Так, что ты там лопаешь? О, смотри-ка, сколько нам дали сразу удобрений. Тихо, 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 родной. Ты там где? Ага, я тебя понял. Слушай, нам, наверное, лучше сделать вот так. Уничтожим или нет? По-моему, да. Рухнула фортепиано. Так, здесь у нас пока все хорошо, все под контролем, друзья мои. А нам нужно еще больше с тобой вот этих шипастых лужаек. Погоди-ка, я не понял, откуда здесь надгробия взялись? Откуда, я тебя спрашиваю, здесь взялись надгробия? Кто их вызвал? Слушай, может быть, нам с тобой удобрение здесь применить? Так, наверху тоже опасность, друзья мои. Наверху опасность, и, наверное, мы с тобой сделаем вот так вот. Спасибо за удобрение. Давай сюда поставим. Опа, здесь уже пробились. Срочно выставляем шипастую лужайку каменную. Не-не-не-не-не, ребята, не надо так делать. Вы никуда не пройдете, будете стоять на месте. Или же все-таки пробьются? Вопрос очень интересный. Причем вот эта вот лужайка, которая травяная, да, она быстро заканчивается. А вот каменная, как мы видим, довольно долго себя, как говорится, подожди, 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 подожди. Давай обратно, обратно, конечно же. Я тут все сейчас застелю этими лужайками. Ну, раз такая песня пошла. Так, здесь, наверное, поставим с тобой лужайку. Потом вот здесь. Потому что здесь, как видишь, у нас орехов больше нету. Они все идут и идут. И в конце вот так орех поставим. Угу. У нас вот здесь еще зомбики. Так, фараончики остались. Пускай идут. Они очень быстро, кстати, бегут, но и быстро погибают. Ну, я так понимаю, тут победа будет за нами. Кстати, неплохой ивент, мне понравился. Одними, как говорится, орехами и шипастыми лужайками я должен был здесь выиграть. И у меня получилось. Давай-ка теперь посмотрим, что мы получим за приз. Так, лазербин. 3 штуки. Перекати поле и 1000 голды. Слушай, ну такой ивент можно было бы, наверное, еще разочек пройти. Ты же знаешь прекрасно, да? Но для этого нужно посмотреть рекламку. Ну что, друзья мои, давайте еще разочек переиграем. У нас с тобой сколько сейчас? 10 тысяч голды должно быть, да? Плюс если здесь еще заберем награду, то будет вообще великолепно. Ну, та же самая стратегия. Шипастые лужайки и орехи. Так. Пускай они пока тут бегут. Так, секунду. Ой, куда я влип? Что же я сделал-то, а? Я, ребята, здесь ошибочку допустил. Большую, причем ошибку. Твою же налево. Почему орехов не дают? Вот орех. Пускай он его ест, а мы с тобой шипы тут поставим. Так, погоди-ка секунду. Что-то все пошло не по плану. Совсем не по плану. Угу. Ну давай применим с тобой вот так тогда. Давай, 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 этому зомби уничтожаем голову. Так, вот сюда вот тоже поставим шипы. И тоже применим. Опа! А здесь танцующие зомби у нас, да? Под фортепиано, как говорится, наяривают. С одной лужайки на другую перескакивают. А сюда поставим орех. Шипы. Блин, вот здесь не нравится мне. Скопление слишком большое.
Сюда, наверное, мы поставим с тобой орех на всякий случай. И уже вот здесь все заселим шипами. Так, и вот сюда. Окей, нам дали удобрение. Тоже хорошо. Ну, хорош тут наплясывать. Тоже мне танцоры диска тут нашлись. Так, вот здесь вот наверху, конечно, очень... Монетка золотая. Очень мало шипов. Давай сюда поставим. И... Так, вот здесь вот танцы-шманцы, все дела. По-моему, нам нужно с тобой... Не пойму, куда лучше сделать? Сюда, наверное. Хотя это не лучший вариант. А вот, ребята, и зомби, которые выбрасывают надгробия. Вот они. Где? А я их в тот раз почему-то не увидел. Думал, откуда там взялись могилки. А вот отсюда не взялись. Так, шипы ставим сюда. Срочно сюда. Так, подожди, наверху какая-то заваруха нездоровая. Давай, 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 уничтожаем их. Подожди-ка, возьмем с собой растение. Так, ну вроде бы все хорошо, да? Мы справились с вами. Остается вот это последний зомби здесь. Съели орех, вот черт подери. Опачки. Слушай, а вот это опасно. Неужели нам придется с тобой использовать газонокосилку? Я надеюсь, что не понадобится. Ну давай, 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 давай. Все, шикарно, друзья мои. Ну что, получаем с тобой еще один ревард. Ну-ка, что у нас тут выпадет? Давай вот отсюда начнем. 5 перекати поле. Еще 3 и 1000 голды. Ну что же, а теперь мы с тобой отправляемся на основную сюжетную линию. Там мы с тобой, ну, в принципе, неплохо прорвались. Квест комплит. Что мы с тобой заработаем здесь? 2 гема. Угу, спасибо. Так, и винты. Все понятно. И спасибо, друзья, за подсказки. Теперь я знаю, что вот этот вот лунный цветок усиляет ночные растения. А вот что интересно делает вот этот гриб. Ну, мы, надеюсь, сегодня узнаем, если дойдем. И вот этот вот. Я так не помню, он, по-моему, стреляется вот этими своими стебельками, да? После того, как их все... Отстрелит, все, он в принципе бесполезен получается. Может быть, они, конечно, отрастают у него заново, не знаю. Так, зайдем к себе на огород и посмотрим, что у нас тут созрело. Абсолютно все. Так, забираем деньги и высаживаем заново. О, как хорошо. Опять этот, ребят, здесь попался нам. Так, Жужу, давай-ка мне, пожалуйста, полей. Ну, вот эту ромашку. Минус 1:30, неплохо. Вот интересно, а что означает, когда вот на магазине стоит восклицательный знак? Какие-то скидки или что? Что они мне хотят этим сказать? Я, ребята, неплохой, да, костюм для стали. Ну и, кстати, лазербин тоже неплохо. Такой, как Супермен, ё-моё, с плащом, все дела. Так, мы можем, кстати, с тобой за голду покупать. Ты видишь, да, тут можно, например, 20 картофельных мин получить. Также можно 20 солнечных грибов. 20 банановых ракет. Даже мяту можно получить. Или же открывать пиньяты. Но для этого нужно не деньги, а уже гемы. По соточке. По соточке. 9 пиньят. Ну, ты видишь, да, везде по 9 пиньят. В принципе, если у тебя... Как говорится, нет растений, которые ты можешь открывать за гемы. Ты можешь вполне их скидывать на паки, на пиньяты. Ну что, я не знаю, здесь надо нам кого-то брать, нет? Ну, давай на всякий случай возьмем с тобой арахис. Возьмем с тобой арахис и пойдем посмотрим, кто у нас там и что вообще ожидает. Многие говорят, кстати, что эти уровни... Самые легкие. Я, честно говоря, не уверен пока еще. Может быть, мы еще не дошли до самых сложностей. Но время покажет. Так, Дэйв и Пенни опять тут бубнят. Никаких условий нету, да? Сразу тут могилки появляются. Так. Опять зомби с факелами сидит. Здравствуйте.
Кстати, как раз вот и есть, ребят, тот самый вариант, когда можем проверить, будет ли это растение усиливаться. Ага. Так, могилы эти нужно сожрать. Сейчас мы будем с тобой тестить, проверять, как это все дело работает. Ну ты видишь, да, у них потихоньку-потихоньку остаются эти стебельки все меньше-меньше, но они, по-моему, вроде как отрастают. Или нет? Не пойму, отрастают или нет. Тихо, 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 родной. Не надо кипишевать здесь. Так, могилоед. Почему ты не хочешь есть? Так, у нас есть... Блин. Успели, да? А этого мы подбить сможем? Он же вроде как летает. Можем. Так, 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 так. Тихо, тихо, давай бомбить, отлично. Уничтожили. Ну вот смотри, он остался без стебельков. И что? Отрастать-то будут у него или нет? Мне пока непонятно. Есть у нас с тобой. Вот так вот. Обратно их на самое начало. Пускай там и стоят. Блин, вот эти, конечно, чудики противные. Сейчас будут свои надгробия здесь выбрасывать. Так, погоди-ка. Не-не-не-не-не-не-не, не должен я этого позволить. Подожди, а почему вы так быстро проходите-то здесь, а? Охламоны. Я думал, что мы будем как бы, ну, усиленно здесь их бомбить, а что-то как-то не выходит. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот так применим. Бамс. Бамс, бамс, бомбит, да? Бомбит потихоньку. Так, секунду. Не надо похищать здесь. Что? Еще и разлом идет. Эй, погоди. Друзья мои, какой-то трэш начался. Ну, уйди, говорю, отсюда. Так, по-моему, их пора обратно вернуть. Могилы, конечно, вообще не в тему здесь. Убираем это все дело. Да, очень сильно мешает. Очень сильно мешает. Так, строчим, строчим, строчим. Друзья мои, строчи. Блин, неужели... А, нет, вот. Выбил удобрение. Давай-ка, наверное, бомбанем сюда. А вот этих придется откидывать. Ага. Как-то вот такие... Нет, я тебе скажу одно. Мне не очень нравятся вот эти растения. Да, они усиляются, но что-то я не вижу особого тут эффекта, так скажем. Блин, сколько летунов-то пошло, эй. Что мне нравится, так это музыка. Музыка здесь, конечно, вообще веселая, прикольная, шикарная. Идите прочь, танцующие зомби. Пришлось все-таки потратить, как ты видишь. Пришлось, ребят, потратить деньги. Можно вот так вот сделать их обратно. Сложное испытание. Ну, понимаешь, дали ограниченное количество нам, извини меня, растений. И я бы тебе сказал, даже не самых лучших. Ну, на мой счет. Вам, может быть, не знаю, вам может понравиться они, но мне кажется, как-то вот слабовато. Мы даже не можем этих танцоров уничтожить, понимаешь? Так, ладно. Последний зуб... А, нет, последних два. И очень долго у них, ребят, перезарядка этих стебельков идет. Понимаешь, да, о чем я? Ну, ну вот он стоит и беспомощный, грубо говоря. Да, как-то не особо хороши, конечно. Но не знаю, может быть, если когда они прокачанные, обалденно, они будут офигенно что-то себе представлять. Но в данный момент как-то мне не зашли. Shadow Family. Угу. Семейка темных. Но главное, что мы с тобой прошли этот этап, этот эпизодик, и мы двигаемся дальше. Это был всего лишь 9-й день из 32. Next level. Давайте что-нибудь нормальное, без всяких условий. Хочу сам выбирать растения, хочу сам бомбить. Там, кстати, видел, был разлом, но мы справились. Там, видимо, не особо такие сильные зомби пошли. Опачки. Ох, ёк, ламене. Вот это уже серьезно. Что это за гаргантюа? Я такого не видел раньше. В шкуре. Так, прикинь, тут сколько их. Тут и роботы. Так, значит, нам сюда понадобится, скорее всего.
Абрикосик или персик. Так, берем с тобой сюда арахис. Слушай-ка, мы, наверное, с тобой еще возьмем боулинг, потому что, ну, ты понимаешь, без него, мне кажется, будет тут сложновато. Вот так вот сделаем. Фух. Можно было бы, конечно, еще взять кукурузу. Нет, я лучше вот так сделаю. Да, мы будем с тобой выставлять орехи, потому что орехи выдерживают пару ударов от гаргантюа. Плюс ко всему мы будем с тобой выставлять боулинг. И это все у нас под удобрениями. Должно зайти. Должно, друзья мои, зайти это все дело. Так, возьмем с тобой халапеньо. Так, боулинг. Наверное, возьму ракеты банановые. Так, орех. Мины, скорее всего, пригодятся. И последнего, кого же нам взять с тобой, а? Последний. Последний из Магикян. Так, вишню. Эти будут ставить защиту, да? Через защиту хорошо пробивает лазербин. Ему по барабану, что они тут выставляют. Даже я не знаю, друзья мои. Так, а подожди, вот возьмем с вами кого. Точно. Ну чё, что? Ай, ну конечно же. Подсолнух-то не взял. Блин, а чё тогда отменить? Халапенье? Или... Я, если честно, даже не знаю, что нам лучше тут поменять. Мина хорошо нам поможет. Давай, наверное, уберем банан отсюда. Кстати, кто у нас здесь усиливает? По-моему, вот этот, да, у нас укрепляет орехи. По-моему, он. Тоже хотел его проверить, протестить. Блин, ну если мы сфейлимся вот из-за этого всего дела, будет очень и очень обидно. Убираем тогда отсюда перец и ставим подсолнух. Ой, ребят, поехали. Поехали потихонечку. Начинаем с наших подсолнухов. Так, точно он усиляет у нас орехи? Я вот не помню, ребят. Вы писали что-то там в комментариях? Но я, честно говоря, это было давно, и я уже забыл. Хорош там смеяться уже. Давай-ка вот, угощайся. Пока есть такая возможность бесплатно угоститься. Так, выставляем сюда орех. Так, ну, персик, абрикосик мы пока с тобой придержим. Давай подсолнух выставлять. Ну и пора, наверное, уже арахис. Хотя, подожди, вот так вот мы с тобой сделаем. И посмотрим. Да, что-то делает, ребята. Но непонятно пока что. По-моему, действительно, он их как-то усиляет. Ну куда вы? Блин, тут еще и воздушные, оказывается, будут. А я что-то это дело прозевакал. Не подметил, так сказать. А ну-ка, уменьшись, шпана. Маленьким таким сразу стал. Давай сюда на мину поставим. Ой! Погоди, погоди, не надо. Не надо нам здесь. Так, секундочку. Ну куда ты летишь-то? Блин, мелкого этого... Ай, не успели, друзья мои. Мы его подбить, к сожалению. Да-да-да-да-да, сработало. Так, что вы там хрумкаете, я не могу понять. Пошли прочь. Что-то мне так непривычно, ребята, играть этими растениями, вот всеми новыми. Так, боулинг. Поехали, ультуй. Дынс, дынс. Отлично, шикарно, я бы даже сказал. Так, выставляем с тобой мины. Надо подсолнухов побольше вызвать. Так, разлом, да? Друзья мои, пошел разлом. Эти машины нафиг все вырубаем с тобой. А это все есть тут втихаря, да, получается? Куда-то мимо, ребята, все мимо у нас полетело. Замороженные, как говорится, вот эти вот наши орехи, через них зомби могут проходить. Все это помнят, надеюсь, да? Че, куда это? Ой! Тихо, подожди. Взорвали, да? Успели. Фух.
Так, а тут-то что мелкий наверху там делает? С флагом, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Теперь я понял, что делает у нас мята. Она очень нехило бомбит. Я бы сказал, даже великолепно бомбит. Так, ну-ка давай. Блин, этого я оглушить не могу. Давай так применим. Динс, динс. Давай, 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 давай. Отлично. Заколошматили мы с тобой. Следующая волна. Следующая, друзья мои, волна идет. Тут разлом еще появился. Тут еще появился разлом. Мы с тобой вот так вот сделаем. Хоп, вырубили этого гаргантюа механического. И вот так еще ультанем здесь. Плюс еще и уменьшим. Ну? А почему этот не стал маленьким, а? В чем проблема? Да получи ты, елки-палки, ты достал там уже. Ну, ребята, ой-ой-ой-ой, погоди. А, ну этот, в принципе, может взорваться сейчас, да? Он арахис там лопает. Бедный мой арахис. Слушай, ну арахис тоже крепкий, он не такой простенький, и не так легко его подбить. Эй! Слушай, ну вот эта штука мне понравилась. Если брать арахисы, да, и вот эту штуку сюда выставлять, ты сам видел, как они начинают ультовать. Прикольно. Прикольно, но откат очень и очень долгий. Так, это у нас какой-то, ребята, гриб, который может отравлять зомби на некоторое время. Отлично. Хотелось бы посмотреть, конечно, как этот грибочек будет действовать под лунным цветочком. Так, что нас здесь поджидает? Ага, опять зомби с газетками, все дела. Так, а я, по-моему, всех потратил, да? Мы можем, конечно, вернуться с тобой сюда. Кого-нибудь взять нам в помощь. Ну, например, кукуруза. Не очень плохо здесь сработать должна. Можно взять вот это вот растение. Так, подожди, надо полить. Давай возьмем его, фиг с ним, так уж и быть. Значит, берем с тобой этот растение, которое будет бить лучом, да, под удобрением. Ну, боулинг, конечно, нам здесь хорошо помогал. И кукурузу мы с тобой возьмем. Так, секундочку, возьмем боулинг. Лаву гуаву, наверное, возьмем с тобой. Посмотрим, друзья мои, сработает вот еще такой раз фокус. Или же лучше нам сыграть немножко по-другому. Или же нам с тобой сыграть по-другому. Возьмем уменьшатора. Уменьшатора. Назвал же тоже. А, так, у нас тут гриб. Вот, кстати, ребят, если у нас есть гриб, я хотел его проверить под лунным растением. Но нам не хватает подсолнухов. Что, без орехов пойдем, да? Ничего страшного не будет, если мы с тобой не возьмем орехи. Поехали. Чеснок зачем-то мне сюда дали, а? Зачем он мне здесь нужен? Так, поехали. Начинаем с подсолнухов. У нас 11-й день. У нас с тобой 11-й день. Что этот грибок делает, мы с тобой посмотрим. Ну, язык у него почему-то на полу. Так, этот шитик идет. Мы сюда мину поставим с тобой на всякий случай. Пускай они пока там идут. И делаем с тобой вот так. Лунный цветок и вот этот грибок. Так, он типа усилился. Ну, должен, по крайней мере. А вот что он делает, я пока не знаю. И в ближайшие секунды не узнаю, потому что эти сейчас взорвутся на мине. Так, чудик с газеты идет. Ну, мы его тоже встретим, естественно, миной. Зачем нам эти грибочки? Видимо, протестить, да, нам дали возможность. Ну, я и не против, посмотрим, что они будут делать. Давай, взрывайся, чудик. Вот так с тобой сделаем их здесь, целую кучу. Так, цветочки, все дела. Мы с тобой боулинг сюда поставим. Еще одну мину. Лаву гуаву можно пригласить. Ага, ага, идет. Ну, ребята, я так понимаю, это растение ближнего боя. Да, этот грибок. Потому что, ну, ты видишь, он ничего не стреляет, ничего не делает. Так сказать, выжидает своей очереди.
Выжидает он своей очереди. Ага, ага, паршивцы идут. Идут, друзья мои, паршивцы. Давай-ка мы, наверное, забросим сюда кукурузочку. Оп. А что это у меня подсолнух-то здесь делает? Я что-то не врубился. С какого вдруг перепуга он тут? Так, дай-ка я вот сюда грибок поставлю. Посмотрим, что он делает. А-а-а. Так, елки-палки, он одноразовый, оказывается. Он просто, ребята, взрывается и все. Ну, я так понимаю, конечно, наносит какой-то там определенный урон, отравление. Но что-то как-то не особо меня это устраивает, если честно. Одноразовый грибок. А что ты делаешь под ультой? Да. Очень весело. Очень, друзья мои, весело. Обляпанный идет такой. Так, секундочку. Мне... Так, по-моему, пора вот так вот применить. Но ушатали. Еще одну кукурузу с тобой выпустим. Так, этот у нас пока тут стоит. Сейчас мы его на миночке-то и подорвем. Давай, хорош там газеты читать. Тебя ждет картофельная мина. Ждет и не дождется. Эси лаву-гуаву. Все. Ну, в принципе, уровень легенький был. Ребят, ну этот гриб, конечно, меня немножко расстроил. Напишите свое мнение о нем. Как он вам? Если у вас он есть. Может быть, я чего-то не знаю, но... Да, он уходит зомби, чумазый весь, как в кляксу вляпался. Но эффекта я не видел, чтобы там урон наносилось или еще что-нибудь. Так что... Будет очень приятно услышать ваше личное мнение по этому грибочку токсичному. Ну, а у нас с тобой 12-й день. И мы не должны потерять с тобой 10 растений. 10 растений мы с тобой не должны потерять. Что? Да ладно. Блин, я уже давний... Я уже про них и забыл, если честно. Так, ну здесь нам понадобится кто? Где этот... В плане... Вы, значит, сюда суете динозавров, а грибок этот мне запрещаете брать. Я считаю это нечестно, ребят. Так, ну тогда, блин, придется как-то обороняться. Слушай, я тогда возьму, наверное, знаешь что? Нам нужен будет орех, наверное. Вот этот орех, чтобы они не перелетали, да? Через нас, и мы их бомбили. И возьмем с тобой защитника. Я практически все использовал, что у нас было. Хм. Надеюсь, мы с тобой не зря это все сейчас сделаем. Ну, потому что мы прекрасно знаем, что такое динозавры, что они делают. Значит так. Кстати, тут чувак с курицами. Это тоже не есть хорошо, потому что нам нужны будут тогда электростебельки. Ох-ох-ох-ох-ошечки. Куда же вы меня подставляете, а? Орех невыгодно брать, его будут съедать. Хотя, если мы с тобой возьмем арахис и, например, мяту, то, возможно, это будет хорошо. Надо будет вот это еще растение как-то протестировать. Вот только как и когда? Блин, неужели защитника придется брать, а? Тут, наверное, и птеродактиль будет, да? Блин, я не знаю, друзья мои. Я что-то растерялся. И просто без понятия. Давай возьмем так, наверное. Нет, лучше боулинг. Все, погнали. Да, а что? Погоди, а что ему надо? Что ему надо? Что он там хочет? Так, подожди-ка еще раз. А, все, понял. Убираем, ребята, это растение. Ну да, я, в принципе, врубился, потому что оно одноразовое. Его, ребят, съедят, и все, и мы с вами быстренько проиграем. Че, неужели нам брать еще с тобой? Ну, если мы возьмем его, то тут тогда придется взять и арахис. Верно? Или неверно? Поехали, короче. Да что опять-то? Ай, мина тоже нам здесь... Говорят, не рекомендуется ее брать, потому что вы так быстро проиграете.
Тогда арахис. Все, ребят, поехали. Да, блин. Лава. Короче, они меня лишили всех моих нужных растений, понимаешь? Лава голова тоже здесь не нужна. А кого я туда тогда поставлю? Кого? Лук тоже не подойдет сюда. Так, ну я вижу тут копатели. Копатели паршивые, а? Слушай, я понял, кажется, кого нам здесь нужно взять. Возьмем с тобой вот так вот. Слушай, а если мы его возьмем... Это же ночной гриб, да? И вместо... Так, слушай, там будут споры. Они споры будут съедать, понятно. Короче, тоже нежелательно. Ну, я, друзья мои, короче, не знаю, что и делать, что и брать. Все вроде бы. Что можно было, то взяли. Вот, возьмем с вами еще, наверное, вот этого. И поехали. Что опять? А? Мяту, оказывается, нельзя еще и брать с собой. Аки. Все, ребят. Поехали. Да. Офигеть уровень. Того нельзя, этого нельзя. 10 растений мы с тобой не должны потерять. Еще раз повторяю. А здесь, наверное, придется даже воспользоваться нашими финансами, чтобы... Чтобы не подпустить этих гаденышей. Слушай, а если вот он орех этот съедает, он же как бы все равно не на совсем, да, исчезает. Это считается, как будто его как съели, или нет? Меня вот почему-то такой вопрос стал интересовать. Так, подходят, подходят буржуи. Зачем я тогда выставляю сюда арахис? Объясни-ка мне, пожалуйста. Так, копатель. Пошел-ка ты прочь, а? Тебя тут только не хватало своей лопатой. Ой, совсем забыл же про них еще. Ой. Так, ну давай. Вжариваем. Сейчас же начнет перекидывать их всех здесь, да? Поехали. Боулинг поставим с вами. Ну, все как полагается, ребят. Все как всегда. А вот и курицы эти. Фиговые бегут. Что он сделал? Что он сделал, ребят? Он перекинул. Еще одного перекинули. Но мы их успеваем поджаривать. Хоть где-то, хоть в чем-то, блин, нам везет, ребят. Так. Поджариваем. Если подбросят, мы будем с собой вот так же тоже делать. То есть они перекидывают. Ты понимаешь, да? Через барьер. Я думал, что ничего подобного не будет. Но, видишь, этот фокус не срабатывает. Причем солнечную энергию они получают, ребята, вот от наших подсолнухов. Ты это заметил? Это круто. А вот, друзья мои, и гаргантюашка идет. Давненько мы его этого халабуду не видели. Ну, давай. Прожариваем его до хрустящей корочки. Не надо сюда никаких этих своих штиблетов вызывать. Выбрасывает он мне уже здесь. Так, выпускаем здесь газонокосилку с тобой, да? Чтобы этого гаргантюа уничтожить. И зажариваем последнего зомби. Ух! Шикарно, друзья мои, шикарно. Но зато потратили все свои ультовые растения. Зато выиграли. Так, буду знать, что этот барьер не помогает от перескоков зомби. То есть зомби спокойно перепрыгивает через них и все, ребят. Так, ну что, 100 монет, это обычно. Так, 4 лунных цветочка нам дали. Так, Найтшайт, который, я не знаю, там, цветок-вентилятор или пропеллер, как его еще лучше обозвать. А что нам здесь? Ага, пиньяточка, ну-ка, давай, посмотрим. Да то же самое, наверное, те же самые растения, да, ребята, 2 штуки. Я его могу прапать, кстати. Ночной гриб тоже могу, кстати, прапать. Слушай, по-моему, я могу улучшить банановые ракеты. Я, конечно, могу ошибаться, но вроде бы у меня достаточно для того, чтобы их поднять по уровню. Так, здесь высаживаем с тобой новенькое. Поливаем. Жужу, будь добра, вот сюда вот. Сталью. Так, и смотрим. Ребята, у меня горохострел готов прапаться. Но я, правда, им не особо пользуюсь, но он становится 4 уровнем. Так, 3 стрел. Тоже у нас.
прапался до 4 уровня. Так, я помню, кто-то еще же. Ага, арахис. 2500, а что так дорого? Он становится третьим. 3 уровня. И получается пока все, да? А нет. Блин, ну как-то вот не хочется мне на них тратить. Ну ладно, фиг с ним. Пускай будут. Все-таки приятно, когда у тебя прокачанное растение, согласись. Так, а этот у нас получает 2 уровень. Отравление, да? Фух, ну что, давай, наверное, еще партичку с тобой сделаем. Надеюсь, мы ее пройдем, этот уровень. Надо только посмотреть, что нам тут достанется. Ну давай, 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 хорош. Так, мы с тобой на 13 дне. Дню, дне. Может быть, дойдем до пиньята, если получится. Главное, чтобы не было никаких условий. Нет условий, все хорошо. Условия есть, все. Ой, ага, 3 в ряд. Поехали. Это меня устраивает, такие уровни. Давай быстренько с тобой. 150 уже нужно, ребята, нам сделать правильных ходов, я так понимаю. А? Как идет? Как идет-то все хорошо? Как идет-то все отлично? Окей. Так, здесь мы, наверное, сделаем так. Хм, подожди-ка. Давай сюда. Капусту. Грибок. Не, давай, наверное, капусту с тобой здесь объединим. А здесь орех. Так, наверх капусту пускай бомбит. Вот здесь вот. Так, смотрим, 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 что у нас еще здесь такое есть. Хорошее, нужное. Так, вот сюда поставим. И сюда. Потом здесь. Потом вот сюда вот. О, нормально так вот зарядил. Давай здесь вот поменяем местами. Спорогриб. Так, орехи. Сюда, наверное, влепим. Ух, надо было... Нет, ребят, не так сделал немножко. Блин, надо было 4 поставить, а я взял, соединил 3 в ряд. Сглупил, поспешил. Как бы это мне потом не аукнулось боком. Куда ты там уже лопаешь мне? Эту кукурузу уже хотел сказать. Капусту. Опять ошибку допустил. Да что ж такое? Ну, спешка, ребята, элементарная спешка. Электростебелек. Электрокамыш, ё-моё. У меня как в голове вот засело электростебелек, и все, теперь он у меня так и будет называться электростебельком. Давай, наверное, сюда сделаем. Так, а что этот у нас проходит и проходит в наглую? Причем, смотри. Так, я... А что я могу... Подожди-ка, как у нас? Вот так вот... А, это... Подожди. Вот так вот все делается, ребята. Заменяется. Так, ладно, не будем пока отвлекаться с тобой. Пока отвлекаться не будем. Давай сюда перейдем. Здесь делаем таким вот образом. Блин, наверху как-то очень нехорошо все у нас получается. Ты видишь, да? Идут они. Эти гаденыши. Так, капуста сюда. Секундочку. Так, электростебелек вот здесь вот. Блин, опять электростебелек, да что ж ты будешь делать-то? Электрокамыш, я никогда не запомню. Все по старой памяти, друзья мои. Давай сделаем так. Тут, наверное... Подожди, вот здесь. Ага. Ух ты, сколько тут сразу сработало. Здесь ставим с тобой орех. Защитный. Сюда теперь. Блин, зомби что-то какие-то больно уж сложные и сильные идут. Согласись. Так, поменяем тут местами. Капуста как-то не в удел здесь стоит, если честно. Что, по-моему, надо тут... Да не то я делаю, ё-моё. Вот здесь вот надо обновлять. Каждый раз вот так вот щелкать, что ли? Давай. Электрокамыш. Дальше мы с тобой можем вот так вот сделать. Капусту. Угу. Сделаем вот таким вот образом. Слушай, еще ровно половину нам нужно с тобой продержаться.
еще ровно половину. Ну, в принципе, пока нормуль вроде держимся. Капусту объединим. Горохострел. Так, смотрим, здесь у нас что-нибудь такое хорошее есть. Выпадает, вот здесь вот у нас есть неплохая комба наверху. Так, с орехами. Грибы. Так, капусту объединяем. Так, а дальше-то как бы сделать нам? Ага, вот тут вот. Так, опять капуста. Секунду. А, вот, вот, есть комбинация неплохая. Вот здесь мы сделаем с тобой. Так, дальше. Вот сюда, наверное, да? Оптимально. Во! Давай, электричество. Выпускай свою грозу. Так, с капустой пока тут ничего не ясно у нас. С орехами тоже пока все плохо. Хм, а что, комбинация? А, нет, есть, есть. Ребят, комбинация нашлась. Давай еще грозовую тучу. Так, остается 45, ребят, комбинаций. И победа будет за нами. Вот сюда сделаем. Так, орехи сюда. Блин, вот это вот мешается. Давай. Да ё-моё, вот так вот я хотел сделать. И вот так. Замечательно. Капусту. Электрокамыш. Замечательно, пока все удачно. Упс, хорошая была сейчас атака проведена. Давай наверх. Да ё-моё, не то сделал немножко. Ладно, фиг с ним. Так, стреляет, все стреляют. Вот это удачно, ребята, мы с вами сделали комбинацию. Не надо там бубнить, психовать. Так, давай сюда, наверное, объединим. Что у нас по грибам? По грибам все тихо. А здесь далеко, вот здесь объединить. О, орешек. Грибы. Так, остается еще немножко, ребят, совсем капельку. Сейчас у нас все будет хорошо. Вот сюда, наверное, да, сделаем. Гриб, гриб можем объединить. Орех тоже соединяем. Капуста. С капустой что у нас? Ничего, да, не выгорает. С капустой ничего не выгорает, к сожалению. Что-то я не могу найти никакой комбинации, если честно. Вот, капуста. Капуста и... Что-то, наверное, есть, но я пока что-то не вижу, ребята. Орехи, орехи пока вообще не в тему. Так, может быть, нам с тобой вот здесь вот сделать зачистку? А, я не могу, да? Ну-ка, обновим. Окей. Так, шикарно. Здесь тоже с тобой заменим. Орехи. Так, погоди, погоди. Вот сюда вот поменяем. Капусту. Еще раз капусту. Совсем немножко осталось, друзья мои. Совсем немножко. Блин, может быть, этого вот так вот сделать? Это уже, ну, на самом деле, достали. Сюда вот поставим капусточку и электрокамыш. Что-нибудь видишь хорошее? Я вижу вот здесь вот. Все, друзья мои, прошли. Прошли мы с вами три варианта. И это был у нас 13-й день. Да, славно повоевали. Ну что, друзья мои, наверное, на сегодня будем закругляться, да, как говорится, хорошего помаленьку. Но это, естественно, еще не конец. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.